Ну что, встали в очередь. Тут, наверное, 10 рядов машин. И вот туда непонятно, сколько ехать. Вот. Возможно, не знаю. Ждем. Прошел час. Стемнело. И white out. Пурга. From time to time. Мы слушаем радио. BlackRock City. Апдейт. Прошло 2 часа с момента, как мы встали в линию. И я вижу вот эти вот огоньки. Это main gate. То есть перед нами еще, наверное, машин 8. И мы заедем на плая. А, ну все, приехали. Мы следующие. А вот эта женщина проверит у нас билетики. И we... Вот билет. We good to go. Ну что, всем доброе утро. Первый день. 6 утра. Красивый рассвет. А я иду. Вот, иду. В туалеты. Ну что, еще нету 7 утра. Товарищи прибывают в кемп. И я вот здесь, в таких походных условиях, надела себе линзы с помощью такого вот походного зеркальца. Долой очки на сегодня, посмотрим, как это. 7:35 утра, первый день. Это ставим мне тент. Знаете, хотела добавить, что вот взять с собой рабочие перчатки, потому что это все таскать и строить, это было мудрое решение. Но у меня не совсем рабочие, у меня перчаточки садовода, но, знаете, они делают работу. Я рада. Ну, а вот так, видимо, выглядит сетап барчика у наших соседей. Я вижу и кокосовую воду, и пивасик, и винцо подешевле. Вот. Еще нету 10 утра, а у меня закончился 1 литр воды. До этого еще был стакан. Господи, мне кажется, мне воды не хватит. Так, что там внутри? Что в общем, здесь такая губка, внизу вода, внизу стоит насос, который по этой трубке... Покажите насос. Вот этот насос. Ага. Так, тут вентилятор от компьютера, я вижу. Да, он по этой трубке поднимает воду и промакивает вот эту губку водой. Ага. И этот вентилятор выдувает изнутри воздух через эту губку. И как раз-таки, когда... А как он попадает в палатку? Вот. Вот а туда. Вот через трубу, на... да. А, через вентилятор, и он попадает, ага, о, то есть, класс. Смотри, пыль у тебя, вентилятор, получается, фильтруется воздух через эту губку, и, ну, шикарно. Hopefully, меньше пыли попадает сюда. Да, это очень классно в палатке, я это прочувствовала. Спасибо. Так, а это первый обзор, как работает мой swamp cooler. Вот, он включен. Вот отсюда дует слегка прохладный воздух. Слабенько, но вот прямо если вот сюда лицом, кайф. Показываю, что под здесь до сих пор позавчерашние замороженные бутылки с водой. Вот, охлаждаюсь, кайфую. Внутри палатки рекомендую массажер для уставших ног. Ой, кайф-то какой. Кулер неожиданно превратился в vanity table. Да, я тут заряжаю все оборудование. Одновременно в зеркальце смотрюсь. 6:30 вечера. Первый день на Esplanade. И сейчас я покажу, как выглядит стандартный барчик. Вот, паркуешь велосипед и идешь к этим ребятам. Но этих ребят мы знаем. Вот, сейчас будем дегустировать. Так, а вот это Мариночка позирует. Ну, ей хорошо. Красотка! Семь
7 вечера воскресенья. И смотрите, что я нашла. О, это правильно, это Mayan Warrior. Ну а вот эту арт-инсталляцию нужно посещать на закате. Давайте, мальчишки. Ну, Якоб. О! Так, теперь Валя бежит. Попытка номер два. Класс. И тут много таких медовых мишек. И все пытаются их столкнуть. Но это не так-то просто. Сейчас ездила в лагерь, который помогает декорировать велосипеды. Смотрите, что я нашла. Я задекорировала вот таким львенком, который очень похож на моего котика. Смотрите, он тоже рыжий и тоже корона на голове. Класс! На третий день в пустыне я обнаружила, что, оказывается, все это время у меня был сломан велосипед. Смотрите, вот тут вот этой штучки не хватает. А я такая думаю, что он у меня трясется всю дорогу. Я подумала, это мой замок, потому что в этом году у меня какой-то, ну, блин, не замок, а просто 2 килограмма с ключиком. Вот, сейчас приехала в байк-шоп. Bikes God. Выясним, смогут ли они мне помочь. Так выглядит байк-шоп внутри, и велосипед мне successfully починили. Тут девочка, механик. Все сделала грамотно. Спасибо ей большое. Встретила лагерь, в котором походила какой-то портал для мальчиков. Они тут планк стояли долго. Вначале подумала кроссфит, но там потрогали. А где перекладина? А вот. А это мой рюкзак, показываю. Вот такой вот он. И очень классно и удобно и иметь камелбэк и туда наливать водичку. Если холодную водичку, то вообще прекрасно. Вот здесь в кармашке, сейчас покажу, у меня есть вот такая штучка. Сейчас покажу, что там. Ну что, быстренько показываю, что внутри. Здесь таблеточки, которые стоит не забывать принимать вечерами, когда тебя где-то угощают алкоголем. Даже это один там стакан маргариты, но алкоголь здесь, ну, достаточно некачественный и бесплатный и unlimited. Беленькие — это N-ацетилцистеин, это важный донатор цистеиновых групп, тоже для детокса печени. Фиолетовенькие — это комплекс. Ну, типа, а-ля от похмелья. For great day after celebrating. Ну, смотрите в состав. Здесь просто хороший, качественный витамин B, весь набор. Да, и B12 в метильной группе. Есть какие-то электролиты. Еще вот это вот важная вещь, элементы для печени DHM, и вот milk thistle, и какая-то еще травка. В общем, рекомендую. Это для здоровья печени. А это я показываю, ребята рассказали, это душ. Это их конструкция душа, в которой они ходят мыться. Вот. Вот так я без очереди беру 6 мешков льда. В свой лагерь делать snow cones. We are inside Central Camp. Это то место, где мы делаем каждый день с 12 до 4 snow cone. Вот так это выглядит, наш пикапчик. Машинка, лед, сиропчики. Вот рядом с табличкой We are everywhere, Burning Man Project. Вот так, добро пожаловать. Видали такое? До 5 утра у тебя уже 20 тысяч шагов. Ох ты! Ой, а это мой любимый лагерь, уже не первый год, называется, не знаю как, но здесь, короче, прохладно. Вот отсюда, значит, тебя прыскает прохладная водичка, а вот здесь тебе дают unlimited комбучу холодную, сразу. Блин, я и комбучу, я могу неделю не есть, но комбучу дайте мне, пожалуйста, 3. Мы сюда приходим чилить. Сейчас мы ехали и нашли вот такую вот acupuncture bed, как бы я ее назвала. Здесь вот такие вот колючие иголки деревянные.
И я на них сейчас здесь немножко почилила. Ух, челлендж еще тот. А вот так выглядит снаружи. Это конструкция с колоколами. Вот первый уровень звенеть. Потом можно подняться. Есть второй уровень. И для самых смелых есть вот такой вот уровень. Туда забраться и там я показываю, как я пью электролиты. Вот так вот. Выхожу, значит, я из палатки к обеду. Смотрите, как все запылилось. О, слой пыли. Надуло. Это все мои леопард развешен. Во, видели? Дует очень сильно, даже при наличии тента. Сверху тента. Выражаю отдельное спасибо моим друзьям, которые заморочились и сделали вот такую вот зарядную станцию. А вот в этой сумочке, тут этот машинный аккумулятор. И вот от него, значит, зарядочка. Это я заряжаю свой пауэрбэнк. Я только что посетила это волшебное место. Видите, люди сидят на креслах. Здесь делают фуд-массаж. Делают, моют ноги и потом массажируют. Господи, кайф такой. А вот здесь сидят люди, которые эти тряпочки это мы отстояли очередь, ну, минут 15 на самом деле всего, в то место, где делают лобстер пицца. Это было очень delicious. В общем, если что, это очень классно. Это стоило того. Different ways of seeing. You made it yourself. Love and judgment. And I really like it. Yeah, some of the feathers are from chickens. Ух ты, сейчас нам будет коконат и пина колада. Настоящие. Ну вот он, долгожданный кокос с водичкой. Дубль 2. Собственно, этим кокосом я сегодня и попила, и мясом его я пообедала. Во, видели? А вот так выглядит знаменитый борщ. Борщ кэмп. Вот. Вот тут его варят. Прекрасная баня, в которую я сходила вчера. Шикарно, охлаждает очень, очень горячее. Вот, ребят, так выглядит кэмп. Местная игра. Класс.
лагерь, который объединяет всех русскоговорящих людей Бёрнимен. Это очередь на плов в Пловкрафт где-то в 9 вечера, четверг. Вот все мы тут. Половину знаем, с половиной перезнакомились. Ну что, у нас долгожданная пятница. Это душ, напоминаю. А вот тут мы готовим долгожданный плов. Чесночок. Тут сейчас покажу, как тут мясо. Вот. Ями. Баранина. Вот так, значит, нас в пятницу запылило. Как я это все вычищать из ушей-то буду в палатке. Это моя палатка внутри шатра. И это почти конец недели. Смотрите, как задуло. Да? Показываю. А внутри примерно так же. Чуть меньше, но там прям стабильно 3 миллиметра пыли вокруг всей моей одежды. Она... В общем, была готова к этому, если что. Это у меня последнее утро. Мы пакуемся уезжать. Вот так выглядит запакованная внутренность моей палатки. Мешки с шубами, спальный мешок. Рекомендую вот эти Clear Tabs, потому что в них прям... Их потом и мыть хорошо, и туда можно всего напихать. То есть чемоданы не рекомендую. Коробочки норм. Вот. Хотела порекомендовать накладные ресницы в пустыне, в пыльной, потому что, обратите внимание, вот это не помыто. Смотрите, сколько она пыли, летящей в мой глаз, поймала, а эту я немножко протерла влажной салфеткой. Сейчас я их заново наклею на себя, но вот если что, они защищают. Показываю, как ветер просто поднимает мою палатку. И почему она еще не улетела? Потому что в ней коробки. О, видели? Вечерний апдейт. Это меня не было в палатке где-то 5 часов. Сейчас ближе к 6 вечера. Показываю, моя запакованная палатка. И как тут? Они в пыли. Это все пыль. Она везде.
Это я показываю, как я себя пакую. Вот, разобрала верх палатки. Теперь это внутренность палатки. Видели? О май гад. Yeah.
сцене. Вот. Так вот некоторые выезжают со своим арткаром маленьким на прицепе. А в багажнике шип-под. RV, в котором едем, тут на самом деле тоже напылило так приличненько, смотрите. Видели? Зеркало уже, знаете, третья салфетка пошла, и оно все равно пыльное.